Как сообщает специальный корреспондент Азертач, 30 марта президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с руководством Американо-Израильского комитета по общественным связям, Национальной коалиции поддержки евреев в Евразии и конференции президентов основных американских еврейских организаций. Во время беседы было отмечено, что такие встречи стали уже традиционными и создают хорошую возможность для взаимного обмена мнениями. Было подчеркнуто, что эти встречи служат укреплению будущего сотрудничества. Руководители действующих в США еврейских организаций отметили постепенное возрастание успеха в нашей стране, подчеркнули, что стали свидетелями этого во время визита в Азербайджан, сказали, что красота Баку произвела на них большое впечатление. Они подчеркнули, что такие встречи также вносят вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и США, Азербайджаном и Израилем. Было отмечено, что азербайджано-американские связи находятся на высоком уровне, и еврейские организации вносят вклад в этот процесс. На встрече была выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в будущем.